выходят лучшие из лучших. Грамоты и благодарственные письма за большой вклад в обучение и воспитание вручают учителям, воспитателям детских садов, работникам образования Одинцовского округа. Среди них Ольга Иващенко, учитель начальных классов лицея имени Пушкина. Она считает, что заинтересовать в учебе, сделать ее увлекательной на первом этапе обучения – самое главное. Дети сейчас разные, в основном они уже такие информационно грамотные. Вот, и, конечно, хочется использовать такие методики и такие методы, которые вот, современные. Вот, и чтобы детям было интересно учиться, вот, познавать, узнавать. И сейчас самое время для новых свершений. Ежегодный педагогический форум прошел именно под таким лозунгом. На переломе исторических событий учителям и наставникам доверяется особая миссия. Нам предстоит с вами вырастить новое поколение, вырастить так, как мы это с вами прекрасно понимаем. И избавиться, наверное, есть тоже такая возможность от каких-то элементов, которые не прижились так или иначе в нашей жизни, в нашей культуре, в нашей системе образования, те, которые нам чужды и не близки. По итогам прошлого года можно сказать, что вектор движения выбран правильный, резюмировал глава округа. Инфраструктура активно развивается, строятся новые школы и детские сады, реконструируются устаревшие здания. Сегодня система образования Одинцовского округа – это огромная разветвленная структура. Это 38 образовательных учреждений, в которых трудятся 3782 педагогических работника. В школах мы ожидаем в этом году не меньше 53 тысяч детей. В том числе более 5 тысяч ребят пойдут в первый класс. Муниципальные наши детские сады посещают более 22 тысяч детей. Более 2000 выпускников вышли из школьных стен во взрослую жизнь этим летом. Из них 356 медалистов и 17 стобальников. Это лучшие показатели по Московской области, но останавливаться на достигнутом не следует. Почетные гости форума, депутаты-единороссы, представители родительского сообщества, общественности пожелали всем новых побед и успешных учеников. А в подарок от заслуженного артиста России Дениса Майданова песня о первом учителе. Большой. Сердце твое всегда со мной, школьный мой, любимый мой учитель. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Учитель.